Так, все, укрываем, все. Бедный сутенерушка замерз. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Draw One Part. У нас 351 уровень. Медалька, надо что-то дорисовать на медальку. Возможно, шею или голову того, кому она принадлежит. О, какая идеальная голова, гляньте. Просто охрененная. Очень умный, видимо, человек, которому эта голова принадлежала просто вообще. Ну, не зря его медалькой наградили, да? Не, серьезно, а что это за бред? Чего на медальках может не хватать, скажите мне? Мне кажется, какого-то вот рисунка вот здесь. А, первое место, ну да. А кто сказал, что это именно... А, ну золотая. Ну да, если золотая. Так, мы опять тут видим, как тут истязают несчастных фруктиков, овощей и прочее. Так, тут тыква должна быть. Тут тыква должна быть, тыквы, кстати, там тоже рода принимать надо в этой игре, интересно, которую рекламируют постоянно. Так, здесь что? Еще одна палочка должна быть. Еще одна палочка. Это же, получается, палочками еду едят или как? Ну, палочку еще сделай, блин. Что такое? Рожу довольную, которая жрет это все. Вот такую, нет? Нет. Тоже не то. Китайскую рожу. Вот такую. Вот с узкими глазами. Нет, тоже не то, представляете себе. Ничего не подходит. Что бы я ни придумал, ничего не подходит. Игра как бы говорит, сейчас ты возьми. Ясно, еще важно, где ты нарисуешь эту палочку. Я уже думал, мне придется подсказку, блин, брать. Так, тут опять какие-то войны выстроились. Но мы не обращаем внимания, у нас игра мирная. Нам что, нам не до воинов. Так, детишечек Что за яйцо Фаберже? Понять, что это за гламурный такой животный мир. Так, ну да ладно, окей. Здесь я не знаю, ворота типа нарисовать или что? Или игроков, или мяч? Или все это дело обвести как-то? Вот тут вот я что-то не понимаю. А что конкретно? То есть вообще дорисовать можно много чего здесь на самом деле. Здесь и футбольную команду целую можно нарисовать эти... 11 с одной стороны, 11 с другой стороны чувачков, которые там бегают, прыгают. Но это все не то, да, это все не подходит, типа. Ворота я вот пытаюсь тоже. Ну... А, может, разметка какая-то, слушайте. Да, разметка, вот, точно. Ну, у меня с футболом не то чтобы очень хорошо, я как бы в нем не шарю совершенно, поэтому я даже не сразу сообразил. Еще одна голова или что, я понять не могу. Еще одна нога, смотрите, да, точно. А то они как бы... Две головы есть, а нога всего одна. Одна нога на две головы. Ну куда это годится? Здесь... Блин, по-моему... Что-то знакомое. Я как будто картину такую когда-то видел. Где вот такая... Баба какая-то рядом должна находиться. Да, точно. Это картина какая-то. 100%. Так, сейчас. Тауншип. Овца. Тут овца напуганная. Видите, какие? У овцы глаза срущие... Овцы, я бы сказал. Можно было бы сказать глаза срущей кошки, но у нее именно глаза срущие овцы. Wi-Fi, роутер, понятно. Антенку делаем. Тут тоже, в принципе, все понятно. Пока что идет... Господи, слушай. Так. Солнце нарисовать или типа луну, чтобы оно, ну, типа, хочет спать. Подождите, хочет спать. Ветку. Что-то в руках должно быть. А, ну да, а я-то думал, что типа сова хочет спать, нарисуйте ей солнце, чтобы она днем уснула, нет? Короче, сова бухнула кофейку. Нарисуй танк, предлагают. Это реклама, да, это понятно, что это реклама. Давайте ее пропустим. Мы можем это сделать? Пожалуйста, мы можем это... Слушайте, я когда-то вот в такую игру давным-давно играл, где вот тоже вот... Очень давно как будто, где тоже это у танка дуло поднимаешь, целишься. Так, уровень 361. Куда бы припарковаться мне? Ну, типа, вот, блин. Че ты тупая, что ли? Давай. А, тут такая система, я понял. Все. Замечательно. И стоп-хам мне ни хрена не наклеит. Это прекрасно. Че, какого размера должна быть эта медалька? Ты прикалываешься, что ли, пацан? Ты что, себе сюда гирю навешал или что? Голову чью-то отрезал? Че тебе надо? Ну, блин, ну по логике медаль должна быть. Я рисую, я уже каких только радиусов не рисовал, диаметров. И все не то, и все... Да! Вот, блин! Ну, вот так вот как-то, да? Все, перевязали, отлично. Чё-то на голове не хватает, да? Она наверх смотрит. Она смотрит наверх. Правильно же? Ну да. А шо у тебя там?
А что тебе не нравится, ведьм? Не, я, конечно, понимаю, тебе, по идее, бы много чего перерисовать надо. По идее, перерисовать бы тебя всю. Знаешь, прям вот всю, вот прям вот до последней молекулы бы перерисовать. Все плохо. Уважаемая женщина, все плохо. Но вы хотите чего-то конкретного. Я понятия не имею, чего вы хотите, честно. Вот я как не стараюсь, и у меня не получается осознать, что там, чего там ведьмам не хватает. Как ведьма вообще выглядит? Короче, хрен знает, давайте подсказку возьмем. Вот как, да, шляпа должна. Конечно. Конечно. И чё? У тебя в руке что-то должно быть. Товарищ Мумиё. Идите нахрен, ё-моё. Чё ты вылез вообще? Тебе чё там, плохо лежалось? Я не пойму. А, его закрыть надо. Я понял. Давай рожу. Ну рожу же, по-любому же рожу, нет? Я уже не знаю, как еще. На всю, типа, да? А, на всю, типа, да. Окей. Тут... Здорово, бади. Я только вот буквально, когда подсказку брал, смотрел эту рекламу. Бади, ты конечно, клевый пацан. Мы с тобой давно не виделись. Я понимаю, что ты соскучился, но серьезно, не до тебя. Вот вообще не до тебя сейчас. Все, давай, выходим. Так, мороженка. Ну, мороженка... Мне очень жаль, Мишка, что такова твоя странная судьба. О, господи Иисусе, это какой-то хулиган пририсовал по-любому. Так, здесь, мне кажется, нужно, типа, иголку. Иголку, которая будет прямо на пластинку, нет? Может быть... Как? Я забыл уже эту картинку, она уже попадалась, но я не помню, что здесь было. Вот здесь вот что-то может быть. Что, опять подсказку брать? Не хочу! Не хочу брать подсказку, не хочу! Так, давай, везде иголку попытаемся нарисовать, которая... Ну ты реально на грампластинках на этих, ну, на старых, на проигрывателях, там такая игла отходит, она ставится и считывается информация с пластинки. Но я не пойму, как ее нарисовать правильно. И ее ли надо рисовать? Может, надо нарисовать вообще что-то другое? Блин, опять подсказку сейчас придется брать. Так. Ну блин! Ну я-то думал, ее нужно нарисовать так, чтобы она уже считывала информацию. Что, планета какая-то? Не знаю, НЛО, что нарисовать? А, ну да, почти угадал. Так, все укрываем, все. Не парься, вообще не... Сутенерушка замерз! Бедный сутенерушка замерз! И даже ни одна шлюшка его не отогрела. А вот пока я не пришел, ему не выдал костюмчик, да? Замечательно. Так, все, ну давай, я понял. Да понял я, все, давай. Все, заканчиваемся. Мороженое. Окно здесь нужно, потому что как иначе мороженое выдавать, верно? Вулканчик, да, и, кстати, око Саурона. А, это Властелин колец, я понял. Это у нас намек на Властелин колец был. Так, греем мяско, сюда карта. Так, слушайте, пока что я прям спидраню это дело. А, вот, собственно, и все. Больше не спидраню. Ну, мне кажется, что должно быть как-то соединено вот с чем-то, нет? А, вот так вот должно быть соединено. Я не так... Так, там теперь баскетбольное поле. Надо сейчас вспоминать, как выглядит баскетбольное поле. Футбольное это ладно. Теперь баскетбольное надо вспоминать. Там тоже какая-то, наверное, своя особенность разметки, да? Так, сейчас давай вот это закроем. И сейчас оно опять появится, вот это закроем. Так, давайте думать. Я надеюсь, что мне не нужно дорисовывать Майкла Джордана или Шакила Анилка. А, все ясно, все я вижу. Все я уже вижу, да. Окей, не проблема вообще. Да вообще не проблема, говорю. Ну я пытаюсь, блин. Ну что, некрасиво, что ли? Хорошо, давай вот так. Упс. Мои глубочайшие извинения. Извинения от парикмахера. Иногда у меня так получается. Я не знаю, я просто проходил в демонической школе парикмахеров обучение. Поэтому иногда бывает вот такая вот хрень. Здесь нужен провод. Провод должен быть. Да точно говорю, провод должен быть. Чувак, 100%. Перетяни. Че, вот так что ли перетянуть? Или как, я не знаю. Кузелку. Усилку, если точнее. Так, не понимаю. Я думал, проще все будет. Короче, товарищ Панк, я не знаю, что вам надо. Что вам от меня надо, товарищ Панк? Да блин, ну я ж так и понял, в принципе. Ну что не так? Драк, ту чит. Ну не надо чит. Чит это же несправедливо. Несправедливо же, когда чит. Надо же фейер. Так, здесь у него шляпки не хватает, да, наверное? Да, точно, шляпки его Шерлока Холмсовской. Порез нужно залепить пластырем, это понятно.
Яндекс Еда. На, надпись нужна, нет? Чё-то как-то вот, вот эта вот конструкция, мне кажется, очень шаткой. Да, да, я смотрю, что-то вообще не то. Давай здесь тоже с этой стороны. С этой стороны тоже, тоже подтягиваемся. Опять! Эй, вы задрали уже! Ай, как вы задрали уже! Да похрен на нее, пусть она сдохнет с этим малышом. Да, какую ужасную вещь я говорю. Ну серьезно, пусть их кто-то съест, и они сдохнут. Они же для этого и нужны, они же овощи, правильно? Так, что ты в самом деле? Что тебе? Куда смотришь? Куда смотришь? А, точно. Что ты какой-то петух очень, очень... Ну, петух, он и не должен выглядеть презентабельно, он все-таки на то он и петух, да, но... Тем не менее, это уже слишком. Так, факел дорисован. Слушайте, как у меня прям хорошо выходит, да? Еще одно такое сранье. А, это косточка, а нужно... Персик. Персик нужен вокруг косточки. Мне кажется, что вот эта татуировочная хрень, она очень бедно нарисована. Нет? Или так и должно быть. Она вот такая вот реально пимпочка ссаная. Я просто не знаю. Я никогда татуировку себе не делал, поэтому я не в курсе, как выглядят эти штуки. Человек, что ли, туда дорисовать? Я не знаю. Еще какой-то узор, может быть? Типа... А, типа вот так, да? Или как? Ну, чтоб чешуя вот эта была дорисована тут везде. Ну, нет? Не то, что... Хрен его знает. А вот это что-то... А вот это что-то тяжко. А вот это что-то прям тяжко, ребята. Прям хрен знает даже, что тут и скажешь по этому поводу. В общем, ладно. Давайте я вот эти вот татуировочные вот эти вот изъебства все, я их закончу уже в следующей серии. Пока что мы на этом закончим. Я что-то не понимаю, что делать. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.